Подготовка кадров, начиная с вузов и техникумов, это инвестиции в будущее. Технологии и оборудование обновляются с быстрой скоростью, а потому и специалисты должны быть высококвалифицированными. Сегодня соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров подписали компания «Лузалес» и представители высших и среднеспециальных учебных заведений республики. Подробности у Татьяны Супряткиной. Токари, сварщики, фрезеровщики, слесари. Рабочие специальности среди молодежи сегодня не очень пользуются популярностью. Хотя именно этих рабочих рук не хватает на производствах. Выпускники по таким специальностям на расхват. Рассматриваем вопрос именно такого плотного взаимодействия в плане именно работы над тем, что сегодня актуально, именно что сегодня идет в ногу со временем, непосредственно в плане обучение специалистов в сферах, в тех, в которых мы сегодня работаем. И это в комплексе хочу сказать к тому, что мы, как, соответственно, компания, которая развивается в сфере деревообработки, сегодня глубокой переработки древесины, в сфере транспортировки, в сфере осваивания новых видов, типов продукции, соответственно, расширение взаимодействие с другими производствами не стоим на месте. В компании «Лузалес» заинтересованы в молодых квалифицированных специалистах. Предприятия работают в сельских территориях – это Прилузский, Удорский и Сыктывдинский районы. Необходимо стимулировать молодежь оставаться жить и работать на своей родине. Поэтому и в приоритете при наборе сотрудников всегда местные жители. Сегодня очень такое торжественное мероприятие, я считаю, для каждого руководителя, потому что впереди у нас интересные новые проекты. Я надеюсь, что наши выпускники будут писать темы дипломных проектов по тем темам, которые будете предоставлять вы нам, да, чтобы мы, наверное, выпускали конкурентоспособного студента, выпускника. Впереди, я уверена, что много интересной работы. Мы со своей стороны постараемся очень быстро, мобильно аккумулировать все свои силы, выпускать студентов, тех, которые требуются вам, заниматься курсами переподготовки, быстрой подготовки тех специалистов, которые нужны вашему предприятию. В компании «Лузалес» назначены ответственные специалисты, кто будет тесно сотрудничать с учебными заведениями. Продолжатся производственные практики на предприятиях компании, чтобы молодые сотрудники подкрепляли теоретические знания практическими навыками и по окончании учебы становились хорошо подготовленными кадрами. «Лузалес» – социально ориентированная компания. Несмотря на экономические санкции и связанные с ними сложности, с апреля компания повышает зарплаты своим сотрудникам на 15%. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал «Юрган».